тема – это духовная жизнь и духовная борьба. Все, что с этим связано. Мы немножечко напомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, что духовная война, она начинается в сердце человека. И человек, который побеждает то, что есть в нем как проблема, побеждает не человеческими усилиями, а побеждает Богом, производится определенный результат. Если человек справился с проблемами внутри своего сердца и справился Божьими методами, такой человек становится воином для окружения. То есть может уже защищать кого-то, может освобождать кого-то, может приобретать нечто для Бога. То есть тогда, когда уже есть завоевание внутреннее. Вы знаете, что сказано: владеющий собой лучше завоевателя города. Отсюда мы можем сделать вывод, что значит вроде бы как завоевывать других или другое проще, чем себя, поэтому лучше, может быть, и начать тренироваться-то с кого-то, завоевать кого-то и таким образом потом уже и на себя переключиться. Но это касается физического мира. В духовном мире не так. Если человек связан, он не сможет освобождать других. Это духовный закон, которому нельзя противопоставить ничего, пока не, кроме свободы. Свободу мы принимаем от Господа. И почему так дьявол держится за то, чтобы народ Божий оставался связанным? Хотя бы в чем-то, хотя бы где-то, но оставить его связанным. Стало быть, он не может воевать. И когда есть у человека, по крайней мере, уже видение, что он связан, это уже есть начало к выходу. Если же он остается в этом состоянии связанным, то значит, и не видит этого, то значит, это еще достаточно, может быть, долгий процесс, когда зрение это придет. Помните, как Христос сказал: греха бы на вас не оставалось, если бы вы были, понимали, что вы слепы. Но так как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас. То есть вот это-то и есть связанность в том, что человек криво видит себя, неверно видит, искаженно. Он видит себя свободным, он видит себя достаточно здоровым духовно, а Господь его таким не видит. Я думаю, что вот то, о чем мы будем говорить, оно поможет нам увидеть хотя бы отчасти то, как нас видит Господь. Чтобы, если есть какая-то кривизна, то ее исправлять. Потому как успокаивать себя, я думаю, что это не выход из ситуации. Потому как, когда мы начинаем говорить, ну, наверное, время не пришло. Но ведь всегда так было, по крайней мере, на нашей памяти, на нашем пути, что церковь, она, в общем-то, о себе и не заявляла особенно. Церковь полулегально существовала, сейчас она более легально существует. Ну и все. Так это ж не все. Назначение церкви очень высокое. И если назначение церкви не выполняется, Христос на себя это назначение не берет. Он уже сделал то, что он мог сделать. А теперь он отдал это церкви. И если сказано в 61 главе Исаии те слова, которые предназначались для Христа, то сегодня они полностью лежат как ответственность на церкви. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда». И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они – семя благословенное Господом.
радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одежды правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Кто откажется от таких благословений, друзья? Но тут есть начало. Вот это начало, тут оно дано сверху. «Помазал меня благовествовать нищим». То есть, значит, необходимо быть в среде той, где есть нищета, и причем нищета разного уровня. И причем нищета, которая нам может быть весьма неприятна, это даже не та нищета внешняя, а нищета культуры человека, предположим. Она может быть неприятна, она может мешать нам говорить о Боге. Нищета вообще в понимании каких-то тех слов, которые мы говорим, мы даже не можем подчас донести простых вещей, потому что у людей восприятие текста свое. И причем, когда начинаешь выяснять, правда, вот мне тут вчера пришлось выяснять с детьми один вопрос, в тексте была такая фраза: «И незаурядный взгляд заметит красоту растения там одного». Незаурядный взгляд. Я у них спрашиваю, что такое незаурядный? И они стали говорить, кто что думает. И никто не сказал правильно. Правда, дети не очень большие, это по 12 лет, но однако размышлять, в общем-то, и слышали они уже эти слова. И одна девочка говорит, мне мама говорит, ты знаешь, у тебя незаурядный рисунок. Я говорю, ну и что ты за этим понимаешь? Ну это значит ничего особенного, там никакой мысли нет. Все наоборот. Мать таким образом хвалит ребенка, а для ребенка это унижение. Понимаете, как подчас вот нищета человеческого восприятия искажает наш смысл. И вот нам вот это бывает трудно преодолевать. Потому что момент нищеты, он подразумевается в самом начале. «Помазал меня благовествовать нищим». То есть люди, которые будут вокруг нас, они произведут на нас такое впечатление, которое нам будет тяжело преодолевать. И по разным параметрам. И если даст Господь в этом определенную победу, то значит мы все-таки к концу главы придем. Не только к концу и до середины, где там вот эти начинаются уже благословения. Но тут есть вот не только это. Исцелять сокрушенных сердцем. А что такое сокрушенное сердце? Это разбитое сердце. И поэтому разбитое сердце, которое уже ничего ни в жизни не хочет видеть и иметь, это люди, которые просто либо доживают свое время, либо его даже сокращают любыми путями, чтобы только ему это бремя с себя скинуть, бремя жизни. И вот с такими людьми говорить вообще о смысле жизни бывает очень трудно. Они не хотят жить. И вот опуститься на их уровень, либо принять от Бога конкретную информацию, потому что здесь не сказано, вы своим интеллектом это сделаете. Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня. Вот фактор, который дает смысл, фактор, который дает способность ориентироваться в любой ситуации, Дух Господа Бога. И Он не просто пришел, Он помазал, то есть Он дал возможность ощутить прикосновение свое и еще пролиться, как написано, с головы на бороду и на края рис. То есть это есть определенное прикосновение к божественной части, которая несет в себе это и позволяет нести нам. Проповедовать пленным освобождение. Что такое оказаться в плену, когда хозяин этого плена совершенно не собирается отпускать пленников? Когда вы приходите с конкретной бумагой от начальника, и хозяину тюрьмы там или какого-то лагеря ничего не остается делать, это одно дело. Но когда вам необходимо туда прийти и сражаться за этих пленников, то это тоже весьма непростое явление. Удар на себя вызывает тот, кто попытается вставать и выходить сам из плена, а еще больше тот, который входит туда и имеет еще ключи, чтобы открыть некоторые ворота и двери. И поэтому это обязательная атака. Я сейчас говорю вот эти вещи как начало, потому что мы обо всем этом, по милости Божией, будем говорить. Как вставать вот в эти проломы и в каком состоянии можно туда вообще вставать. Потому как мы часто бываем, выходим на сражения неподготовленные. И это тоже одна из тактик дьявола, когда он пытается вызвать нас на сражение и в бой раньше времени. Понимая, что чем мы будем менее подготовлены, тем мы более уязвимы.
Поэтому, когда мы понимаем наше общее назначение как цель, и к ней идем и готовимся, то это нормально. Мы доходим, мы будем иметь определенный результат. Но если мы сразу в бой с головой, раз меня Господь уже для себя избрал, то значит я все должен уже сейчас иметь и все должен уже сейчас делать. Это неправда. Ребенок, рожденный в семье, не сразу все начинает делать, не сразу все даже понимает, что его окружает. И любовь и ту понимает только частично через то, когда его там покормят, когда его перепеленают. Дальше он еще не в состоянии ее почувствовать и понять объем любви родителей, которые его окружают. То же самое и с духовным младенцем. Когда человек рождается, да, он получил жизнь, да, есть цель этой жизни, но ее нужно приобретать. К этой цели нужно подходить в готовом состоянии. И узникам открытие темницы. Ну вот открытие темницы – это то, чтобы иметь в руках тоже ключи определенные, которые дает Господь. Причем у каждого есть своя темница. Кто-то в темнице алкоголя, кто-то в темнице наркомании, кто-то в темнице блуда, кто-то в темнице воровства и так далее. Это все темницы, это все повязанные духами люди. И причем очень многие, находясь уже или придя к христианству, стоя рядом с христианством, считают, что они уже свободны от каких-то проблем, потому как их не видят делающими то или другое или третье. Либо они и не делают сегодня, но в их сердце еще живет эта потребность. И это тоже надо назвать как проблема, которую нужно убрать. И опять, как убирать? Надеюсь, что мы об этом немного поговорим. И увидеть время, которое сегодня есть, проповедовать лето Господне благоприятное. Это тоже важный момент, потому как благоприятное время, оно далеко не всегда есть. Сегодня оно есть, но мы всегда ценим то, чего нет, или к чему мы идем. А то, чего есть, не ценим, потому легко его расходуем, потому небрежно к нему относимся. А как раз самое это важное, вообще Бог о себе не говорит ни в прошедшем, ни в будущем. Он говорит «Я есмь». Он о себе говорит как в настоящий момент. Значит, он ценен именно вот в сию минуту для каждого из нас. То, что он сделает, да, то, что он сделал, да. Но Бог никогда не живет во времени, Он всегда есть. Потому что глагол «есть» Он еще в прошедшем времени был, в будущем Он буду. Здесь Он не употребляется «я есмь». Вот Его суть, суть нашего Бога. «Я сущий», «я есмь», «я тот, который все ваши проблемы решаю сию минуту, сейчас». «Я тот Господь, который знаю, какие нужды есть в ваших сердцах». И поэтому лето Господне нужно узнать, каково оно, когда оно приходит и что в данное время важно делать. Если мы начинаем делать то, что должны были делать вчера, мы опоздали. Если мы собираемся на поезд, который вчера ушел, то вы понимаете, какой смысл? Мы собираем те же самые вещи в то же самое время, но на сутки позже. И смысл от этих сборов. И то же самое, может быть, не совсем то же самое, но, по крайней мере, есть проблема, если мы это же делаем раньше и сидим на узлах, на вокзале, там сутки тоже изнемогаем, когда мы могли бы приехать вовремя, и это будет нормально. Мы приехали вовремя, мы заняли свое место и мы отправляемся в нужном месте, в нужное назначение. Поэтому в Боге вот этот момент времени очень важен, чтобы его узнать, чтобы его почувствовать, чтобы к нему быть готовому. Если человек, который начинает понимать, что ему необходимо к духовной войне быть готовым, и пытается по известным ему уже принципам изменять, как я уже говорила, соседа, свата, брата, там, жену, мужа, то это не тот путь. Сразу мы себе наживем неприятелей. И я, по-моему, приводила уже эту цитату Толстого, который сказал: «Мы все хотим изменить мир, но никто не хочет начать с самих себя». И вот когда человек начинает с самого себя, тогда есть шанс изменить мир. Наоборот, нет. Мы начинаем менять мир, а мир идет против нас. А кто ты такой? Почему ты так действуешь? Кто тебе дал право меня контролировать? Или еще что-то подобное. То вот когда мы будем правильно реагировать на те действия, которые к нам будут применимы, и когда будем сами действовать в соответствии с временем, с возрастом, с посланничеством, то это то, что будет являться залогом успеха.
Мы неоднократно уже говорили и слышим с кафедры слова, когда звучат о посланничестве Христа. «Се я посылаю вас». В одном месте, как овец среди волков, и это так. Но понятно, что овцы среди волков сами выжить не могут. Должна быть Божья защита, чтобы это состоялось как не только жизнь, но и как еще победоносная жизнь. Но в другом месте мы читаем слова, что «се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всякую силу вражей, и вам ничто не повредит». Это определенная цель, которой нас Господь готовит. Если говорим об учениках, которых Он послал, Он им поставил не только цель, Он сразу дал на это определенные и власть, и атрибуты. Хотя ученики могли нечто сразу и не почувствовать. Они пошли, почему они вернулись такие радостные? Потому что они увидели, что работает. То, чего Христос сказал, работает, но им надо было не только ожидать, когда они в себе нечто почувствуют, им надо было уже, услышав, двигаться. И встречались на их пути моменты, когда они не могли сделать то или другое. И это тоже вызывало у них недоумение. Почему? Отчего? Были причины. Причины надо было выяснить, причины надо было убрать, а затем решить саму проблему. Поэтому перед нами сегодня стоит как определенная цель. Цель Божьего поручительства, Божьего посланничества на церковь. «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». То есть это до пришествия Христа это наше назначение – проповедовать Божественное Слово. И причем делать это с Божьим посланничеством, с Божьим помазанием, с Божьей властью. Когда звучит Слово с Божьим присутствием, не может человеческий дух противостоять этим вещам. Он обязательно склоняется. По крайней мере, если даже он не делает выбор в сторону Бога, он не может сказать, что это не Господь. Выбор – это его право, но он чувствует, что здесь Господь. В словах ли? Если вы предлагаете человеку помолиться за него, человек неверующий, он обязательно это переживает, если Господь руководит вашими устами, если Господь руководит вашим сердцем. Но вот к этому-то как раз и нужно подходить. Не просто бежать, сломя голову, на посланничество, а необходимо это помазание принимать в доме своем, в сердце своем, иметь эту потребность, иметь общение с живым Богом. И если Христос, который находился ночами в молитве на горе, а на утром написано «спускаясь», Он учил народ. Христу надо было ночь проводить в молитве, чтобы утром учить людей. И причем они могли слышать, что «а Он говорит, не как книжники и фарисеи». Он говорит, как власть имеющий, что-то в его словах весомое, что-то не такое, как у других. За все годы существования человечества дьявол, который был помазанным херувимом до сотворения человека, после творения человека, он уже здесь промышлял на то, как искушать. Мы видим, что его попытка все-таки увенчалась определенным результатом. И после этого дьявол, названный вором, отцом лжи, за все эти сотни лет, тысячелетий, он не бездействовал, он воровал, он обманывал. И тогда, когда нам сегодня предстоит определенная борьба, и хотим мы того или не хотим, она все равно нам предстоит, но от того, как мы будем к ней готовы, так мы будем ее побеждать, либо нет. И вот исходя из того, что борьба, она строится как минимум, необходимо знать врага. Врага мы уже знаем. Дьявол. Но подчас путаем его присутствие. И мы его видим в своем, как я уже сказала, свате-брате, а надо его сначала увидеть, что он украл лично в твоей жизни, что он украл лично в твоем сердце. И когда мы вот это обнаруживаем, то есть необходимо освободиться самому от наличия побед дьявола в твоей жизни. В твоем сердце, в твоем сознании. Это первый этап, когда нам необходимо проанализировать себя на предмет, а что украл у меня лукавый? Давно ли я радовался в Боге? Давно ли я переживал Его присутствие? Давно ли я получал откровение от Него? Давно ли я мог говорить так, чтобы слово было с помазанием? Сколько я времени не раздражаюсь и не прихожу в гневливость, а наоборот, может быть? И так далее. То есть вещи, которые вас запинают, посмотрите, загляните в них. И, как правило, если мы будем справедливы к этим оценкам, то мы что увидим? То, чего мы хотим видеть от других, и даже подчас требуем, и говорим с проповедей, то прежде всего нужно применить к нам. Как правило.
Потому что мы хотим увидеть этот пример в других, и мы начинаем его, так скажем, исповедовать и в чем-то кого-то подправлять. Думаю, ну вот он исправится, вот это будет примером. Но начни с себя, и ты увидишь, как тебя исправлял Господь, какими путями Он провел, и тогда уже, друзья, наши проповеди, они становятся практическим христианством. И в этом их ценность тогда. Когда люди слышат конкретные советы, а как ты-то вышел отсюда? Ведь многие не будут вам признаваться. Для того, чтобы человек начал исповедовать свои проблемы, его нужно подвести под Божью благодать, чтобы он ощутил ту любовь, которая изливается из уст ваших. И тогда он придет и начнет говорить о своих проблемах. А просто от того, что есть заявление с кафедры, нужно исповедоваться, далеко не все это начнут делать. А если кто-то и делает подчас, потому что он уже привык многие годы чисто машинально подчиняться тому, что он слышит. И это где-то его положительный момент, а где-то это уже перешло в традицию. Человек, не обдумывая, просто это делает как бы автоматически. Но для того, чтобы человека освобождать или помогать ему приходить к освобождению, для этого нужно показать путь выхода и сделать это именно с чувством пред Богом, принятым как благоговение и как помазание. Когда есть таковой совет, идущий с кафедры, когда есть конкретный Божий труд над человеком, то он будет виден. Он будет виден в реальной жизни, потому что в основном все мы и живем в том обществе, в котором служим. Стало быть, видны наши либо пороки, либо изменения в хорошем смысле, если они существуют, то люди будут замечать, что оказывается, да, мы услышали, но мы и увидели. И если кто-то пытается или хочет оказываться впереди других, я имею в виду проповедовать, учить людей, то это мало того ответственное место, это место, где Господь начинает учить первых тех людей, которые встают перед народом. Как я уже сказала, через вас он начнет этот процесс спускать в оборот. Если вы о чем-то говорите и не пережили сие, то значит переживете. Но это будет подчас весьма непросто, потому что другим сказать легче, чем пройти самому. И если человек, который встает перед народом, считает себя уже, так скажем, корифеем, друзья, это ошибка. Потому что чем больше человек в Боге получает, тем он больше видит своих недостатков. Это тоже закон, какой, духовный закон, когда Господь вскрывает то, над чем трудится опять и опять. И чем больше возраст в Боге, тем серьезнее испытания. А раз серьезнее испытания, значит, они больше и больше вскрывают в нас. И зачем эти испытания? К чему они даются Богом? Об этом мы сегодня будем говорить. Итак, говоря о дьявольских кражах, мы определяем, что украл дьявол у нас конкретно. Но если говорить все-таки о масштабе, то что он украл в церкви? Место кражи или место воровства, которое определяет лукавый, это как раз церковь. Церковь и конкретный христианин, конкретная семья. Потому что семья крепка ее членами, члены крепки Богом. Поэтому если обезоружить конкретного члена в семье, то значит человек этот уже будет язвой для семьи, проблемой для семьи. Стало быть, эта семья становится проблемой для церкви. Проблемная церковь, она перестает быть боевой единицей. И все это цепь замыслов лукавых, которые нужно видеть, чувствовать и их по цепочке же и преодолевать. Опять же, не начинать с церкви, а начинать с конкретной личности в семье. Затем, наведя порядок в семье, двигаться дальше. И когда вот это есть как определенный метод борьбы и метод работы, тогда есть и результат. Поэтому на всех этих уровнях идет и определение, что украл дьявол. Как я уже сказал, в личности, в семье, что украдено. Украдена любовь, которую люди имели при бракосочетании. Значит, об этом нужно и говорить. Друзья, это вовсе не стыдно сказать: «Господи, уже не люблю так, как любил». Не стыдно сказать. Надо наоборот это делать. Чем скорее, тем лучше. «Боже, Ты есть источник любви. Я только сосуд, принявший меру любви, которую Ты мне уделил. А сейчас она уже истощается. Ведь любовь-то дается не для того, чтобы она лежала, а чтобы она отдавалась. И поэтому, коль она отдавалась, то она истощается». И раз она истощилась, то надо так и сказать: «Господь, кончается, не ждать, пока банкротом ты станешь полностью, когда уже надо будет терпеть рядом живущего,
а именно назвать свои проблемы вовремя, чтобы Господь стал восполнять это. И когда есть момент восполнения, тогда нетрудно совершенно делать и быть жертвой в доме своем, потому что любви достаточно. И коль любовь, она долготерпит, то значит, момент долготерпения – это естественное продолжение любви, а не сжатые зубы, когда мне просто надо держать крепко рот, чтобы сейчас чего-то не сказать ненужного. Поэтому чем мы руководствуемся для того, чтобы сохранить атмосферу в доме? Я даже думаю, если мы пытаемся сохранять ее все-таки силой воли, то все равно атмосфера сама, она чувствуется членами семьи. Нечто не то. Человек молчит, но крепко молчит. Так что это слышно в атмосфере. И всякий вошедший может ощутить, что-то как-то неуютно в этой семье. Даже все еще ничего не сказали, а хочется уйти уже, все. Не надо тут быть. Поэтому, когда мы громко молчим, то надо подумать, что это такое. Это ненормальное явление. И причем это же самое переносится потом и в церковь. Переносится на место нашего служения, нашего труда, нашей работы. Эти же самые принципы. Момент наполняемости любовью, он выводит нас на долготерпение. Он выводит на то, что любовь никогда не перестает давать, никогда не перестает жертвовать, никогда не перестает терпеть. И любовь всему даже верит. Вот это удивительное свойство любви, когда говорят, ну что ты такой наивный, что ты этому поверил? Друзья, лучше быть наивным, если вы имеете любовь, чем наоборот всех подозревать. Потому что таким образом мы получаем потом адекватный ответ. Мы всех подозреваем, и нас потом не воспринимают, потому что мы говорим вроде не вроде, а истину, а нас воспринимают через призму сомнения. Потому что момент недоверия у нас был когда-то людям, и причем может быть весьма несправедливым. А если вы и доверили человеку, а он был неправ пред Богом, то Господь знает, как эту ситуацию исправить. Вы поступили по той мере любви, которая в вашем сердце есть. Но так как дьявол крал и крадет и в церкви, то очень много явлений, которые украдены из церкви. Вот за время поездки сейчас в Васильевку и в те края пришлось много этих вопросов касаться, потому что украдено, друзья, и много, и важных, и неважных явлений. Много потому, что, коль я говорю, слишком большой срок, когда вор действовал, слишком большой. За это время украсть можно было много, и тем более, что он преуспел. И вот эти вот вещи, которые он украл, то я хочу прочитать одно место, мы тоже с друзьями его немножечко разбирали перед, сразу после Нового года. Вся задача дьявола не в том, чтобы у нас украсть что-то. За этим есть цель. Чтобы человека сделать неспособной боевой единицей. С другой стороны, забрать от него духовное равновесие, духовный мир. И когда поражается человек в дух, вот это цель дьявола. Не кошелек наш, если материальное какое-то воровство, не атрибуты какие-то, которые могли бы нам помочь в церкви, в частности, музыка и так далее, а основное – убрать словословие, подобающее Богу, убрать из нашего сердца состояние мира, а чтобы мы думали об потере, если мы говорим о материальном мире, то вот, подводя человека под Божий гнев, важно украсть то, что дал Бог, но на это место вложить нечто свое. И значит, на свое он вкладывает надменность, гордость, а всему этому начинает противиться Господь. И вот когда Бог видел это в израильском народе, то он начинал наказывать народ свой тем, что и сам забирал нечто, чтобы, так скажем, не отобрал дьявол, он забирал, либо позволял дьяволу это забрать. И поэтому, когда вот мы читаем Божье наказание, то это тоже есть момент, что мы могли бы иметь, но не имеем. И вот я с этой стороны предлагаю вам рассмотреть Исаию 3 главу. Начало ее. «Вот Господь Саваоф, отнимает у Иерусалима и у Иуды посох и трость». Первое, что отнимает Господь – посох и трость. Стало быть, не сам только посох, а тот, кто его носит, то есть пастырь, который является определенной защитой для овец. Он забирается от народа израильского. Если мы говорим сегодня о церквях, то вы знаете, как много церквей сегодня вообще без пастыров. Это же проблема.
либо пастора, которые уже сейчас в таком возрасте, когда уже воевать-то не особенно хочется. Хочется дожить спокойный век. И если здесь сказано, что Господь забирает посох, значит, Он забирает человека, который бы мог защищать, который бы мог предстоять перед лицом Божьим. И если Моисей был вот этим воятелем Божьим, был Божьим посохом, так народ израильский, даже если и ходил за свой ропот 40 лет, то они в пустыне умерли за свой ропот, но не из-за того, что им не хватило там еды, питания, в смысле одежды и воды. Всего этого было в достатке. И враги, которые там могли быть, и те их не трогали. То есть Господь их сохранял, благословлял и миром, и прочим. Уже недовольство, как раз вот то, чего дьявол вкладывает в дух человека. Недовольство, как инфекцию, как поражение, как момент нейтрализации нашей военной способности. Трость. Мы тут рассуждали, что же такое трость, но вот неожиданный был для меня тоже момент в этом плане, что тростью раньше писали. То есть момент передачи откровений, момент принятия откровений от Господа. И если мы сегодня имеем магнитофоны и прочее, раньше был только один момент передачи за счет трости, когда человек мог писать тростью, то если Господь забирает этот принцип вообще, забирает трость, забирает способность давать нечто человеку, не от себя Он ее забирает, от народа принимать, то поэтому забранное, представьте себе, посланничество как посох, как охрана, и еще и ведение в виде трости, которая может быть передаваема из поколения в поколение, как достояние народов, оно тоже забирается. Всякое подкрепление хлебом. А это вообще, как жить при этом? Всякое подкрепление хлебом. Значит, остается что? Вместо хлеба суррогат. То есть что-то человек будет искать взамен. Господь свой хлеб забирает. Остается заменитель, который, конечно же, не может полноценно заменить Божьего хлеба. И всякое подкрепление водою. Живая вода, Божье Слово. И оно забирается. Я сейчас, друзья, говорю не о том, чтобы мы, так скажем, увидели банкротство Божьего народа, а о том, что нужно возвращать. Чтобы с этой позиции посмотрели. Что-то уже возвращено, и слава Богу, далеко не все церкви сегодня без пастыров, все-таки есть начало, положенное хорошее начало Богом. Есть момент возвращения, слава Богу за это. Пришло это время возвращать. Но все ли у нас возвращено? Вот мы сейчас эти вещи и посмотрим. Храброго вождя. Далеко не каждый член церкви будет храбрым вождем. Но нужны Иисусы Навины сегодня. Нужны они. Нам необходимо отвоевывать земли. И необходимо те люди, которые бы могли очень, так скажем, разговаривать чуть ли не свободно с тем ангелом. А кто ты? Из неприятелей наших. А он говорит, я вождь воинства Господнего. Я думаю, что это именно воин, имеющий мужество от Бога, мог совершенно свободно стоять перед ангелом и говорить такие вещи, разговаривать с ним. Когда человек, даже перед человеком стоит, вы знаете, как это происходило с нашими вождями, с тем же Сталином, когда люди перед ним просто трепетали, и когда Рузвельт с Черчиллем в Америке встречались с ним на каких-либо митингах, встречах, то они друг с другом договаривались. Когда войдет Сталин, мы вставать не будем, потому что мы имеем одинаковый чин. Зачем мы перед ним все время вскакиваем? Но как только он появлялся в дверях, они все вставали. Это нечто происходило. Понятно, что за дьяволом стоял духовный определенный облик и определенное руководство. Но как он влиял сразу на людей? То поэтому, когда мы говорим о духовном сегодня руководстве, о том, что мы и принимаем как вожди от Бога, посмотрите, храброго вождя. Значит, человек имеет нечто в Боге такое, что позволяет ему даже с ангелом Божьим разговаривать и задавать вопросы, кто ты? И получать я вождь воинства Господнего, и стало быть, иметь для себя еще сообщника, сотрудника, соработника в том, чтобы сражаться. И это, необходима на это определенная храбрость от Бога. И у вождя должны быть воины, естественно, то есть он должен кого-то выводить. Поэтому есть те, которые являются предстоятелями, конкретно принимающие мужество от Бога. И вы помните, каким путем, каким образом это мужество приобреталось Иисусом Навином? Или, по крайней мере, совет, данный ему, я думаю, что он ему последовал. Чтобы эта книга не отходила день и ночь от глаз твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы. Для чего учиться? Просто так, чтобы знать? Дабы в точности
исполнить все, что в ней написано. То есть есть цель на учение. И поэтому есть, друзья, цель на учение в том, что вы сейчас здесь. Любое знание ответственно. Любое знание, полученное, уже имеет в виду Господь, что вы это знаете к употреблению, а не просто к принятию информации. Это разные вещи. И если мы читаем ради чтения, если мы слушаем ради услышать, то нам придется потом отвечать, зачем тогда знание, которое не будет употребляемо. И все, что слышим, все должно пускаемо быть в оборот Божий. Храбрый вождь и воины, судья. Как часто приходится разбирать какие-либо вопросы? Я думаю, что ненормально, когда все это в одном лице в церкви. Потому как все-таки Господь, имея в виду здесь, называл и трость, и посох, и подкрепление хлебом, и водой, и храброго вождя, и воины. Даже вот слово «воины», оно подразумевает уже множественное число. Поэтому здесь мы уже видим, что не может быть один человек и вождь, и воин сам себе только. Вождь, значит, кого-то вести. Но и судья тоже. Конечно, может один человек себе сосчитать несколько параметров, но все мог сосчитать только Христос. Поэтому для нас почему важно вот это слияние в теле Господнем, понимание того, кто чем должен заниматься. Какое назначение у каждого из членов тела Христова? Те дела, помните, когда Павел говорит, что не можете судить дела маловажные? То есть, а что же вообще, о чем же говорить тогда дальше с вами? То есть предлагает разбирать дела маловажные, но справедливо, пред Богом, не уничижая никого, чтобы там, если дальше мы видим, что в Деянии апостолов были в пренебрежении вдовицы, которые оставались без урочного. То есть почему это происходило? Потому что был не совсем правильный подход к распределению простых вещей, материальных вещей. Но ведь есть же вопросы и духовного плана. Как их решать? Какие советы давать? И получается, что если дает совет, либо разбирает вопрос не судья, поставленный Богом, то есть не принявший смысл от Бога, то и проблема в этом будет. Проблема будет, потому что вы знаете, кто выходит. Мы как-то с вами говорили о блаженствах, восьми там блаженствах. Кто становится миротворцем, то есть в определенной степени судьей? Человек, который может правильно разобрать ситуацию. Это человек, который прошел предыдущие стадии блаженства. Не просто вдруг я захотел стать миротворцем, и чтобы был наречен Сыном Божьим. А там есть эти пути, и надо осознать нищету, надо ее оплакать, в конечном итоге получить хлеба и быть жаждущим, быть кротким, напитанным от этого хлеба, потом быть милостивым и так далее. Все это вещи, которые предшествуют нашему состоянию миротворца. Если мы перескакиваем сразу со сознания своей нищеты на миротворца, не получается. Мы пытаемся мирить, мы пытаемся что-то делать, а у нас успеха нет. Потому что там и кротость отсутствует в этой беседе, там и желание... Жажды Божьей правды не совсем, а лишь бы вот сейчас скорее это все дело закрыть и так далее. То есть методы наши становятся порочными, пути становятся кривыми. К результату мы уже не подходим, к тому, который нужен. Поэтому есть определенное проявление Божьей мудрости у судьи. Судью необходимо иметь в народе Божьем от Бога. Я не имею в виду, чтобы направо-налево выносить приговоры. Я уже сказала, судья как миротворец в этом смысле. Решать проблемы, выводить на правильное основание людей. Показывать на ту ситуацию, которая опасна, чтобы и ее люди видели. Я рассказывала вам, кажется, как приходилось прадедушке Василию Артемьевичу решать один вопрос, когда пришли муж с женой разбираться в каких-то своих проблемах. Они друг на друга при нем шумели и высказывали свои претензии, которые они уже высказывали десятки раз в доме. Теперь они это же самое делали при нем, на что он, встав, сказал: «Меня Господь поставил пасти овец, а не козлов». И ушел с этой комнаты. До тех пор, пока они там не примирились и пришли к нему и сказали: «Мы уже поняли, что с козлами не разобраться». То действительно, когда мы начинаем понимать, что за природа руководит человеком, тогда дает Бог и смысла, как поступать в этой ситуации.
И вот одной фразы хватило на то, чтобы эти люди поняли, что здесь не надо правоту свою сейчас искать, а найти причину того не бывает, чтобы в ситуации был только один виноват. Пророк. Пророк – это глаза. Глаза в народе Божьем. Способность видеть ситуацию Божьим взглядом. Причем не только будущую, но и сегодняшнюю. Это тоже важно увидеть Божьим взглядом. И на это необходимы глаза. Хотя тут есть еще и прозорливец. То есть вот здесь, может быть, даже скорее говорить о будущем. Прозорливец, то есть он видит нечто дальше. Хотя, безусловно, это более идентичные понятия. Но, по крайней мере, и пророк, и прозорливец, может быть, потому что глаз нужно побольше. Может, потому здесь сказано вот в таком, так скажем, некотором варианте и то, и другое. Так как при большем количестве людей, конечно, необходимость ясности зрения увеличивается. Если остаются одни глаза на 10 человек, их же остается столько же на 100 человек, а потом и на 1000, то это маловато. Потому как одному человеку, как вы помните, было с Моисеем решать вопросы, потом невозможно уже. Он изнемогал, и это Господь не назвал разумным. Старца. Вот интересная позиция. Зачем же нам старцы в церкви? Старейшины. Не только старейшины. Я думаю, что именно мудрость и опыт. Хотя, безусловно, старцы есть разного результата жизненного, так скажем. С разным опытом и с разным приходом к старости. Потому что вы помните, что сказано о некоторых старцах в 91-м, по-моему, 91-й, да, псалом? Сейчас мы туда заглянем. Это 91-й псалом, 15-й стих. Мы часто о нем говорим как о результате хорошей старости. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Это 15-й стих 91-го псалма. Но есть этому причина, почему они в старости плодовиты, сочны и свежи. И вот эта причина указана выше. И когда мы хотим подойти к свежести в старости, то необходимо в юности, в течение среднего возраста, иметь 11 стих. «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». Вот есть залог той свежей старости – той плодоносной старости, когда есть помазание свежим елеем, не вчерашним, не тем, что было в юности, не тем, что было в средние лета, всегда свежий елей. Он переходил от раннего возраста и привел к старости, вот она свежая, почему и осталась, почему она осталась с ясным разумом, почему старость осталась плодовитой, почему она осталась сочной. Это вовсе не потому, что он будет молодым, выглядеть моложавым. Нет, не об этом речь. О том, что его дух остался таковым, так как было помазание свежим елеем в течение жизни. И потому не все, получая свежий елей, приходят к старости вот такой доброй. Значит, часть людей, которые ее не принимали, свежего елея, они подойдут к другой старости, но они тоже будут в церкви. И это для нас далеко не всегда приятно. И потому, когда тут говорится о том, чтобы был старец, то есть вот о каком старце? Помазанным, свежим елеем, который может быть плодовитым, сочным. И причем обратите внимание, для чего все это? Есть 16 стих. Чтобы возвещать. Старец еще тогда может возвещать, когда у него есть свежий елей. И причем возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. У него такой опыт в этом. Он вам может столько рассказать и поделиться с юностью, чтобы вы могли, опираясь на его опыт во многом, преодолеть какие-то проблемы. Но так как таких старцев, к сожалению, немного в церкви, но опять же мы понимаем, что это украдено. И значит, необходимо сегодня и об этом полагать нужду. Господи, ты дал нам иметь в церквях старцев, но благослови их свежим елеем, чтобы то, что упущено в жизни, даже и на плохих-то примерах ведь можно учиться. И если придет свежий елей сегодня на старцев, они могут сказать: не делай так, не поступай, посмотри, к какой старости я пришел. Но он осознает эту старость. Почему? Потому что свежесть елея пришла на его голову по вашим молитвам.
попросили у Бога возвратить потерю. И потому, коль есть возможность учиться на ошибках, то давайте на чужих. Это лучший вариант. И когда Господь произведет это в сознании человека, когда он поймет, что да, я, оказывается, не так жил во многом, не с тем результатом пришел к концу жизни, и тогда он не будет проблемой для церкви. Но придя свежим елеем, Господь произведет в нем трезвость мысли на осознание своего положения в Боге сегодня. Пятидесятника. А это что такое? Я думаю, друзья, это такой, может быть, вам покажется необычный вариант, но я почему-то полагаю, что это ячеечное служение. То есть люди, которые руководят маленькой группой. Церковь, которая может состоять из тысяч, но чтобы были лидеры в церквях, нужно уметь возможность реализоваться в небольшой группе, но иметь это как плацдарм для пред Господом, как работу, которую бы они сделали именно как свое назначение. Насколько вы слышали или нет, как Йонги Чо, который организовал эту большую церковь в Корее, был момент, когда он за кафедрой потерял сознание от перегрузки. Он упал. После этого он пролежал сколько-то в больнице и стал говорить: «Господи, в чем дело? Ты же подкрепляешь немощных. Почему я падаю за кафедрой? Если это твой труд, который ты мне поручил, я его делаю, да, я не смотрю ни на одно, ни на второе в своей жизни, но почему я падаю, почему ты меня не подкрепил вовремя?» И Господь сказал: «Потому что масса людей у тебя не занимается тем, чем должно заниматься, а ты всем занимаешься. То вот тех, кому нужно заняться этой работой, подготовь их для работы». И если на тот момент у него было 2000 церковь, и он уже изнемогал от работы, то сейчас там 700 тысяч церковь. И он говорит: «Бывает время, когда я хожу по офису, мне нечего делать». Раздал работу. И это действительно та мудрость, которую Господь дал ему увидеть в этой ситуации. Господь как раз и показал на эти ячеечные церкви, на то, что необходимо ему заниматься с лидерами, подготовить лидеров, затем их уже научить готовить тоже лидеров. И таким образом стала церковь разрастаться. В одной местности, в силу каких-то политических перемен, церковь, которая существовала довольно легально, в 500 членов, она была закрыта на небольшой период времени, около года. Но так как люди уже знали друг друга и могли по географическим, так скажем, параметрам разделиться в городе, то они стали собираться по группам в квартирах. И через год, когда эта церковь опять была открыта, то она была 5000. 5000. А сколько было даже? 500. То есть вот такой вынужденный, данный Богом эксперимент, потому что мы-то не хотим гонений, мы не хотим репрессий, мы не хотим закрытий. Но если мы сами добровольно не идем на эти принципы, Господь это может делать так. Поэтому пятидесятники нам нужны. Я надеюсь, что если мы об этом будем молиться, то я думаю, что многие из вас станут этими пятидесятниками в своих церквях. По крайней мере, с этого начнут свою деятельность в Боге полноценную. Но тут еще есть интересная позиция. Вельможи. Зачем нам вельможи, мы скажем? Для средств? Ну, я думаю, что можно согласиться с тем, что спонсорами тоже могут стать вельможи. Но я думаю, что здесь еще идет речь о том, что есть люди, которым необходимо входить и выходить. И уметь это делать. То есть делать это в определенном обществе, перед определенными людьми. То есть церковь надо представлять. И чтобы ее достойно представить, нужно иметь вельмож в церкви. Да. И помните, как говорит Павел, что это посланники церкви, слава Божья. То есть это посланники церкви, если мы говорим из церкви в церковь, но эти же посланники могут быть и в кабинеты. Эти же посланники могут представлять перед правительством церковь. И необходимо, чтобы эти вельможи были. То есть нам опять же, мы можем сказать: вот уж этот
вельможи. Вроде как мы пренебрегаем этим, если человек имеет в себе, может быть, в своей культуре нечто, в своем имидже нечто. А сами не понимаем того, что мы-то, когда зайдем в кабинет, себя чувствуем весьма и весьма неловко. Потому что мы не вельможи по сути своей. И нам очень трудно ими стать в одно мгновение. И потому Господь готовит вельможами от утробы подчас человека, потому что необходимо манеры принять. Даже если мы говорим о преемственности поколений, то это подчас идет, как вы знаете, аристократическое колено, да? Передавалось все время и в воспитании, и даже через определенную генетику. И вот когда мы в стране своей лишились вельмож, ведь мы же стали, извините, лапотной Россией. Именно потому, что вельможи были уничтожены, либо изгнаны. И Россия свое лицо, как вот та культурная нация, потеряла. И сейчас мы ищем, и когда Лихачева хоронили, говорит, по-моему, последний интеллигент ушел. Такие были высказывания. Но я надеюсь, что не так, но, по крайней мере, вот так сейчас нация себя ощущает. Очень зыбко. Вельможи пропадают. Ну да, даст дьявол назад. И это. Советника. Друзья, я думаю, что есть огромный недостаток в этом. Сегодня в советах нуждаются все. И от того, какими, насколько точными будут эти советы, насколько они будут своевременными, настолько будет человек расти правильно, настолько он будет иметь правильное представление о Боге, настолько он будет действовать в соответствии с этим представлением. И потому, если у человека есть превратность в этих вопросах, то значит, он будет идти не в том направлении. Либо вокруг одной горы 40 лет. Итак, в совет. Советник наш Господь, но опять же, услышите этот совет. Так как сказано, слава Божья облекать дело тайную, а слава царей исследовать это дело. Сказано в 25 главе притчи, первым стихом. Значит, коль это слава Божья, облекать дело тайное, то значит и совет не, на поверхности тоже лежать не будет. Его тоже нужно увидеть, почувствовать, понять, принять и передать. И причем передавать тоже, имея на это смысл. Как в добродетели должна быть рассудительность, так и в совете необходим смысл. Не только на принятие, но и на отдачу того, кому и что говорим. Вы знаете, это предупреждение Христа, не бросайте жемчуга пред свиньями. То есть ряд людей, которые приходили к Христу с вопросами, как совопросники этого века, либо которые хотели уловить Христа, он не давал им советов, он открывал их суть. И для этого тоже нужна была прозорливость на уровне понимания того, о чем говорят люди, к чему они это спрашивают и так далее. Я думаю, что вы неоднократно переживали в диалогах, в каких-то дискуссиях, когда вас собеседник просто не слушает. Он готовит в своем сознании аргументы для того, чтобы просто дождаться, когда вы кончите говорить, и говорит вам. И это получается не диалог, это все равно монологи в присутствии друг друга. Диалог – это все-таки когда аргументы собеседника принимаются во внимание. Но мы их принять можем тогда, когда мы их слышим. Слушаем и слышим. А получается, что мы слушаем только, чтобы услышать конец речи. Для того, чтобы начать самим. То есть для нас это знак, можно начинать. А что, зачем произносить эту речь? И я думаю, что многие вещи, по крайней мере, я так почувствовала так в Болграде, почему-то мне так показалось, что именно вот там люди не могли договориться в силу того, что они не слушали друг друга, а каждый говорил, что считал нужным. Потому как когда вот уже с этими же, как я поняла, людьми непростыми восприятий пришлось ехать потом еще 4 часа вот до Одессы, то они могли слушать. То есть для них, может быть, как раз момент новизны сыграл роль, что они стали слушать. И тогда аргументы действительно стали пропадать. Потому что невозможно иметь аргументы, когда уже есть, преобладать начинает здравость Божья. Потому как все, за что ты держался, оно начинает просто в собственных руках таять. И это нормально, потому что Господь вот таким образом нас и разоблачает, показав нам вот это зыбкое основание, которое под нашими ногами было многие-многие годы. А именно тогда, когда Господь начинает эти вещи освещать, мы понимаем, что это всего лишь сугроб, который теперь тает, и что, на чем я останусь? Да, вроде как высоко, вроде как было твердо, но при Божьем солнце это все тает, уходит из-под ног, вытекает, как вода, и попробуй удержать. И вот этот момент
неуверенности, он обязательно сопряжен с советом, потому что следующее, что, когда человек ощущает зыбкость под ногами, а что мне делать? Это обязательно. Помните, этот же самый Савл, столь активный воин против христиан. Господи, что повелишь мне делать? Он знал, что делать. Он пошел к начальнику, сам выпросил эти грамоты. Дай мне, я пойду в Дамаск. Он знал, что делать. Казалось бы, он был в этом уверен. Он даже ревностно это делал. И вдруг все это растаяло. Господи, что повелишь мне делать? И вот обязательно, если у вас есть подобная ситуация, либо бывало, либо будет, имейте в виду, что просто показать человеку на какие-то неосновательные вещи мало, нужно показать на основании. Нужно дать вот этот Божий совет. И Божий совет – это слово, взятое от самого Бога. Это не просто опыт, хотя это тоже может быть, но все равно и в опыте-то вы имели Божий совет, потому вы его передаете сейчас. Либо это свежий, полученный только для данной ситуации совет. Ну и мудрый художник. Я думаю, что а это вообще нам ни к чему, правда? Зачем вообще Богу какая-то изощренность в красоте? Ему это ничего не надо. Нам бы все попроще. Зачем нам тем самым, так скажем, какими-то барокко привлекать людей или какими-то стилями модерна? Но однако здесь именно вот дано это сочетание. Не просто художник, а мудрый художник. Так как у Соломона есть сказанные слова «мудростью устрояется дом, и разумом утверждается». Если мудростью устрояется дом, то мудрый художник – это тот, кто имеет вкус к устройству, кто имеет на это талант и способность. И более того, мудрость от Бога данная, она позволит ему этот талант использовать к созиданию славы Божьей. Это не будет к созиданию собственных каких-то достижений. Меня удивил тот факт, что в свое время, как вы помните, Моисею дал Господь определенных людей, и там были мудрые художники, мудрые изваятели, которым сказал, о которых Моисею Господь, что именно Веселиил будет заниматься вот этими делами, и те, кто с ним, называются там конкретные люди. И что получается? Вы помните, когда приходится, уже пришло время Соломону строить храм? Конечно, много прошло времени с тех пор, как Бог дал Моисею этих людей, но однако они же имели потомков. И по потомственной линии передавали эту способность, как мы знаем, что есть потомственные художники, потомственные писатели, поэты. То есть это есть нечто на уровне генетики передаваемое. Господь не забирает это даже с рода. Вы помните, еще от начала был дан род ковачей. То есть люди звероловы, ковачи. То есть прямо по родам они так потом семейство через семейство передавали эту наклонность или этот талант. То вот когда здесь идет речь о мудром художнике, то и там Господь сказал о мудрых людях, которые имели эту способность от Бога, передавая ее по поколениям. Пришло Соломону время строить храм, и как вы думаете, кто его строил? Он в израильском народе не нашел этих людей. Он попросил тирского царя прислать ему искусных людей, и он присылает потомков вот тех людей из Израиля, которые перешли в Тир, жили в Тире. Почему? Потому что там хорошие деньги платили. Коммерция требует того. Там нашу работу оценивают. И когда он принимает Соломон оттуда этих людей, данных в Израиле, именно, посмотрите, по потомству прошедший этот талант, он пришел уже ко времени построения храма, а этих людей не оказалось. И Соломон их нанимает за огромную сумму, возвращая их опять в Израиль, работать на храм Божий. То есть я не думаю, что это есть уже мудрость в глазах Божьих в плане художников. Да, художество осталось, мудрость потеряна. Мудрость в плане того, чтобы увидеть, вот это исторический момент, я могу потрудиться во славу Божью. Она в Тире растрачена, там коммерция дала свой результат. То есть у человека есть уже взгляд только практический, не нужна вот такая-то сумма, и за большие деньги они теперь работают здесь, на храме. То когда мы сегодня имеем необходимость, чтобы Господь дал устройство хорошее, необходимо мудрые художники, которые бы могли не просто ум иметь. Понимаете, каждому дал Господь разум, каждому из нас. Кому-то более острый ум, кому-то... И то, я думаю, что во многом это зависит от тренировок. Но если, предположим, мы занимались со своим, так скажем, этим органом достаточно, много чего-то могли достичь, все равно это не мудрость еще, это разум.
Мудрость – это то, что мы уже приобретаем с опытом, когда наш разум начинает правильно анализировать, правильно делать выводы, и вот это сочетание приходит в определенные уже компоненты. Разум с опытом. Разум освещенный, разум оттренированный, с опытом, который может теперь приобретать опытность для других. Но есть еще наивысшее состояние нашего разума – это премудрость. Да, она Богу присуща, но Он может ей уделиться с человеком. Премудрость – это стадии развития наших, так скажем, возможностей, не возможностей на уровне человека, а возможностей при сочетании с Божьим руководством. Сам человек, конечно, до премудрости никогда не дойдет. Даже мудрость, она для него становится подчас недоступна, если вне Бога. Вы знаете, как говорит об этом Иисус Сенсирахов? Мне очень нравится это выражение, вот не взяла я его сейчас, чтобы прочитать. Это в полной Библии, где сказано о мудрости. Тот, кто захочет или взыщет мудрости, тот будет искать ее, и она выйдет на путях его, встанет на путях его и поведет по путям извилистым, дабы испытать. И будет даже написано мучить его, проверяя его, а потом выйдет ему навстречу и будет жить и обитать с ним. Вот, друзья, когда Господь знает цену мудрости, Он просто так человеку ее не дает. И пришлось мне испытать такое в жизни, когда, молясь о каких-то вещах и прося у Бога зрения на конкретные ситуации, да, Господь стал давать это видеть. Одно, другое, третье. О чем просила? Я стала видеть ситуацию и даже определенный момент, как ее изменить. Но я стала мучиться в этом, потому что я не знала, как изменить, то есть где взять эту возможность. Я вижу, но я не знаю, как. Тогда я говорю: Господи, но зачем же я просила этого? Стала анализировать этот вопрос, нужно ли мне было об этом просить, о зрении, чтобы теперь мучиться. То после этого я сделала вывод, что, Господи, Ты мне давай знания и дай возможность, чтобы мне не мучиться в полученном знании. Ведь это тоже момент реализации, отдавать то, чего получаешь, но отдавать или принимать не для мучения, а для отдачи, для служения, для реализации того, что Господь показывает. Поэтому мудрость художника – это не только способность видеть, как должно быть, а это еще возможность сделать это. Созидать, потому что мы, когда говорим, мудростью устрояется дом. Значит, это действие. Мудрость не для того, чтобы видеть, что дом разваливается, и хорошо сказать, да, вот эта балка через 10 лет сгниет, это через 5 лет, да, на это тоже знание надо. Но это не будет мудрость, устрояющая дом. Мудрость, устрояющая дом, предупредит эти вещи. Сделает то, чтобы он не развалился, а чтобы он был крепким. И потому мудростью устрояется, а разумом утверждается. Значит, для устройства будет меньше народу, чем для утверждения. Мы знаем, что разумных людей больше, чем мудрых. Но для устройства нужна вот эта вот мудрость, а для уже подкрепления этого нужна разумность. Утвердить все это, все уже эти уставы, которые дал Бог, утвердить. И разумность в народе Божьем – это нормальное явление. Если мы призываем Божье благословение на себя, на свой разум, то это нормально, это нужно делать. И многие говорят, а разве можно себя благословлять? Вы знаете, я на уровне интуиции, чувств, я знала, что это можно и нужно делать. Но совсем недавно для меня тоже было удивительное место, 65 главе Исаии. Почему-то я его раньше не видел. Может быть, кто-то видел его. Это 16 стих. Идет речь об имени Божьем. «Которым, кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины». Кто будет благословлять себя, то есть именем Божьим, кто будет благословлять себя на земле, тот будет благословляться Богом истины. 65:16. Значит, есть возможность, друзья, нам освещать свой разум. И кто видит неспособность принимать Божье Слово или понимать его глубоко, благословляйте свой разум именем Господним. Освещайте его той частью, которую Господь вам предлагает. Говорит, кто будет именем моим благословлять себя, тот будет благословен Богом истины. Значит, действительно прав Павел, близко слово в устах твоих, слово веры. То есть, если мы верим в эти вещи, оно не только становится близким, оно становится исповедуемым словом, а значит действуемым. И потому, когда мы исповедуем нечто, когда мы понимаем и знаем, что Господь,
Он для нас это предназначил. Хорошие есть слова. Господь твой предназначил тебе силу. Господи, сила мне нужна на каждый день. И я благословляю именем твоим себя на принятие этой силы. Раз мудростью устрояется дом, мне нужна мудрость. На уровне семьи она нужна. На уровне церкви она нужна. На уровне любого места, где вы трудитесь, нужна мудрость для устроения. И поэтому называть это как определенную нужду, как необходимость, важно пред Богом. Ну и так, с мудрыми художниками немножечко мы разобрались, и искусные в слове. Ну а это, так скажем, вообще, я думаю, что иногда или одно время вообще порицалось. Зачем искусное слово, и зачем красивое слово, и вообще это просто красноречивые, увлекающие куда-то в ересь какую-то и прочее. То есть, почему я хочу вот на этом заострить внимание, потому что вот эти попытки Божье назвать ненужным, это почерк дьявольский. Потому что почему-то о его теософиях и философиях нужно говорить красивым языком, дабы увлекать людей, и действительно говоря об атеизме и прочее, сколько лет обучались люди тому, чтобы правильно преподносить людям. А вот что касается Бога, ну чем проще, тем лучше. Зачем вообще какие-то там построенные правильно фразы? Зачем это? Хотя, друзья, вот как раз в этом и есть искусный в слове, когда человек немногое скажет в малых, многое скажет в малых словах и достигнет цели. То есть человек задумается, когда одной фразой вдруг он понимает, что да, это так серьезно. Он-то думал, что вот так вот можно о Боге абы как поговорить, а вдруг... Оказывается, я буду отвечать за то, что я небрежно говорил о Боге. То есть одной-двумя фразами человека можно остановить. И подчас мы не решаемся заговорить с человеком на какие-то важные темы. Мы говорим, на это надо много времени. А я думаю, что на это надо много мудрости, чтобы вот это взять от Бога и сразу передать в немногих словах. Но у человека уже загорится огонь в сердце, и дальше Бог доделает. То есть все равно мы за Бога работу не сделаем. А то, чего нам надо быть его глашатаями, если он сказал: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». То есть не все мы будем говорить о Боге от и до, что мы знаем, но напомнить о нем везде, где мы оказываемся. И напомнить о том действии Божьей руки, которое вообще над человеком предназначено состояться. И когда человек думает, что Его время еще не пришло, и, так скажем, ему очень много отпущено время, то в этом и есть тоже обкрадывание, когда дьявол нас заставляет жить прошедшим днем либо будущим, сегодняшний от нас забирает. Мы уже говорили, что Бог, Он в сегодняшнем дне, Он сущий, Он сегодня есть, значит, и нам нужно дорожить конкретным сегодняшним днем. Если в сегодняшний день мы сделали максимум, то, значит, и в жизни есть шанс сделать максимум. Если каждый день у нас утекает, и мы все ждем какого-то дня, то мы уже потеряли очень много и сил, и времени. И теперь надо и это успевать возвращать. Не в суете, естественно, а в Божьей мудрости возвратить потерю времени, потерю того, что мы за это время должны были иметь, потому как время нам дано для приобретений, не просто прожить эти дни, а приобрести в наше сознание, в обработку способностей, которые вложил Господь, и так далее. Итак, искусство слова, я думаю, что оно весьма необходимо. Хотя бы даже и по тому принципу, если мы посмотрим дары, которые даны в послании к Коринфянам. Первый из них, как вы помните, это слово мудрости и слово знания. И вот почему-то как раз вот именно эти-то дары, они в большем пренебрежении. Пренебрежение в плане достижения. Все хотят, уже сразу открыв, заговорить. И так пытаются делать. А вот чтобы достигать этих вещей и определенную иметь в Боге твердость в этой позиции, сказать: «Господи, я хочу, чтобы ты работал над этим», то вот это-то бывает трудно. И особенно тогда, когда уже мне понятно, что да, речь моя засорена, но попробуйте ее проанализировать. И когда человек начинает анализировать, вот это, опять же, очень видно на детях, но взрослые, к сожалению, тоже недалеко ушли. Но вот с детьми приходится вчера тоже, когда я пыталась у них вот эти слова, как незаурядные, еще там ряд слов, попытаться от них понять, что они видят в этих словах, то даже как они понимали, пусть неверно, но надо же это выразить.
И вот это вот неверное понимание, но все равно надо понять, в чем у них ошибка. Надо, чтобы ребенок сформулировал эту фразу. И вот он начинает говорить, и вот одна девочка: «Ой, ну я понимаю, сказать не могу». Ну так в этом-то и проблема. Мы же чему и учимся? Уметь выражать то, что есть в нашем сознании. Наш образ видения, внутренняя мысль, она должна находить выражение в устах. Если мы для себя понимаем, а потом начинаем искать подходящие фразы, когда встаем перед народом, друзья, никто не будет за нас, за нами бегать вот так по пустыне. Искать, где же я какое слово еще очередное найду. Люди перестают нас слушать. Почему? Потому что они пришли не на работу, они пришли принять. Хотя, может быть, это тоже бывает слишком потребительский вариант, потому что все-таки момент приятия, он тоже требует активности. Но так народ, может быть, приучили в связи с тем, что не заставляли слишком много думать активно при проповеди. И народ привык, так скажем, просто отдыхать, почивая на стульях, кто на скамейках. Но если есть искусство в слове, я сейчас не говорю просто о тренировке, хотя это тоже немаловажно, потому что то, что необходимо от человека и что зависит от человека, Бог делать не будет. Безусловно, просто красивой речью никогда мы человека не возродим свыше. Это однозначно. Эту мысль надо из своего сознания, в принципе, вообще убрать. То есть красота речи не рождает человека. Она может привлечь, она может заставить о чем-то задуматься, но рождает только Господь. И молиться-то нужно, и полагать усилия как к тому, чтобы вот дар слова мудрости, слова знания заработал. Дар – это дары Духа. Значит, это уже нечто намного большее, чем просто искусство в слове. Но то, к чему человеку необходимо стремиться, это умение правильно, точно, своевременно передавать мысли. И так, чтобы их было не тяжело слушать, а принимать и рассмотреть. Рассмотреть, что я неправильно мыслил, что за ложь, в которую я уверовал в Боге, потому что и такие вещи тоже есть. Итак, вот это то, что украдено из церквей. Хотя это, безусловно, не весь перечень. Это то, что Бог забрал в устройстве церкви, в устройстве народа израильского. Сегодня мы видим, в церкви это возвращается. Но как нам возвращать это быстрее? Каким путем? Я думаю, что есть пути в Боге более длинные, более короткие. Но у нас, наверное, нет сейчас достаточно много времени, чтобы возвращать это годами. Я думаю, что мы сегодня имеем лимит времени. И его нужно тоже узнать, насколько он велик и как активно нужно его использовать. То первое, что, как я уже сказала, необходимо осознать. Осознать, что этого у нас нет. И вот осознание – это называется, если бы вы увидели, что вы слепы, как говорит Господь, вы бы не имели греха. То есть момент увидеть свою нищету, осознать в этом необходимость. Более того, по милости Божьей мы не оставались без хлеба, не оставались без воды, не оставались иногда и без совета своевременного. По милости Божьей и это было. Определенное устройство и созидание происходило. Где-то в каких-то церквях больше, в каких-то меньше. Поэтому важно и эту позицию не упустить, а прославить за это Бога. Потому что все, что мы имеем на сегодняшний день, и что у нас еще не до конца украдено, это милость Божья. Либо тогда, когда по молитвам чьим-то нам Господь уже это вернул, а мы даже не знали, что мы в этом были банкротами, то сейчас, когда открываются глаза посмотреть: «Господи, а ведь мы это имеем, слава Тебе! Слава Тебе, что, может быть, не в той степени, которой хотелось бы, но мы это имеем уже сегодня». И поэтому момент благодарности пред Богом – это то, что ускорит выход Бога на нас. Потому как если народ израильский постепенно приходил к тому, чтобы Бог разгневался и сказал: «Я это заберу», то значит, мы также постепенно выходим на возвращение через осознание, покаяние и благодарность. Благодарность того, что мы начинаем видеть наличие милости Божьей, не отнятой от нас. Ну, а затем уже, естественно, если сказано «ревнуйте о дарах больших», вопрос в том, что является большими дарами. Можно, конечно, много об этом рассуждать, и каждый может оказаться в свою степень прав. Но я хочу предложить сейчас один из вариантов мыслей по поводу больших даров. Я полагаю, что больший тот, которого нет.
у человека. То есть для нас всегда будет тот большим, которым мы не обладаем. Если мы будем воспринимать больший дар тот, который получили, а остальные все меньшие, то что это производит, как я увидела в практике? В практике это производит момент превозношения. Я получил больший дар, и каждый себе называет его большим. А вообще, мне кажется, весьма трудно определить больший в Боге дар, потому что все, что от Бога, это все совершенно, это все имеет назначение, это все имеет результат, когда оно пускается в действие. И потому, если мы уже нечто от Бога получили, благодаря за это, имеем в виду, что большего мы еще не получили. Больше — это то, чего мы не имеем. Тогда нам легко брата принимать больше, чем себя, потому что у него есть то, чего нет у меня. Это легко. Тогда принцип христианский нормально работает. Когда же я большим вижу в то, что во мне, тогда как я могу посчитать брата больше? То есть это просто может быть лицемерно, я это сделаю, но не на самом деле. Но когда наличие в нем дара, которого нет во мне, производит у меня уважение потому, что это большее, к чему я стремлюсь, а он уже этим обладает. Значит, у нас всегда есть перспектива обладать и просить большее, потому что мы всем обладать не будем. Но большим или большинством можно. То есть Господь не делает лимита. Вот ты одним даром обладаешь, только два можешь. Все более уже не проси. Лимит не накладывает Господь на эти вещи. Написано, что любящим дается знание, боящимся открывает себя, тайны. Значит, есть определенные критерии, по которым Господь выходит на человека. И вот эти вот критерии важно помнить. Господь, я хочу больше любить. Больше будешь любить, больше будешь знать. Больше будешь знать, будешь больше действовать, потому что знание Божье не даст бездействовать. Это обязательно. Господь свою часть никогда не дает для почивания. Он дает для действия, для внедрения, для результата. Поэтому все, что исходит от Господа, это действие в Его славу, это действие к созиданию Его церкви, это действие по возвращению украденного. Поэтому, молясь о Божьих дарах, будем помнить, что у нас всегда есть перспектива. И еще важно помнить такой тезис: истину невозможно подавить навсегда. И если было время, много краж произошло, то пришло наше время, время побед. И теперь, насколько мы будем разумны в этом времени, настолько мы быстрее выведем истину на нужный пьедестал. Итак, истину невозможно подавить навсегда. Более того, что истина, как мы уже с вами говорили, это не догма, это не позиция каких-то конкретных взглядов, а это личность, это Иисус. Истина – это личность. И ее дьявол пытался подавить, и вы знаете, пытался на протяжении жизни, когда Христос был в пустыне, потом искушал его даже на кресте. То есть попытки всегда были. И как бы временно могло оказаться, что есть момент подавления, Христос распят, тьма на земле, уныние в сердцах учеников, непонимание в окружающем народе. Как бы подавление, но это как бы. Потому что это как раз есть шествие победы, которые сегодня люди еще не видят, или я имею в виду в тот момент. Но наступает день воскресения Христа, и все становится, этот триумф состоялся. Явление жизни и жертвы Христа состоялось. Итак, истину дьявол удержать не может. Он пытается, он пытался и будет пытаться, но он не может. Это тоже надо знать и помнить об этом. Вы знаете, небезызвестный вам наверняка философ Льюис, христианский философ, который сказал, что нам не следует вообще игнорировать дьявола, но и не следует отдавать ему много внимания. Так как и та, и другая крайность, она приводит к поражению. Когда мы игнорируем, то значит мы не видим опасности и в нее попадаем. Когда мы много говорим, то мы начинаем преображаться в то, во что смотрим или о чем рассуждаем. Соответственно, если вера от слышания, то мы начинаем верить в могущество дьявола. И это совершенно ни к чему, потому что он не могущественный. Он сильнее человеческой плоти, конечно, но у нас есть Дух Божий, который дает нам право
действовать с победой. И вот уже теперь, когда мы знаем врага, когда мы определенную меру на нем знаем возможностей, но мы имеем знание и о том, как эти возможности нейтрализовывать, тогда мы совершенно свободно будем владеть предметом. Ну вот, а сейчас я хотела бы перейти к месту Иакова 4.7. О, извините, меня тут попросили остановиться еще на двух стихах в этой главе. 4 и 12. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Это как итог наказания Божьего. «Дам им отроков в начальники». Я думаю, что здесь идет речь не только чисто о юношеском состоянии, хотя и это имеется в виду. Вы помните, что произошло с Равоамом? Он еще был достаточно молодым человеком, но он еще и послушал молодых советников. И к чему это привело? То есть, когда отступает Господь со своим благословением, то это начинает уже приводить к неразумным советам, к неразумным результатам, потому что советам этим начинают следовать. И вот эти вот отроки и дети, которые имеют непостоянство, так скажем, в своей природе, в сути своей, это очень импульсивное состояние возраста и очень еще неадекватное в поведении, неразумное, невзвешенное в своих выводах. И когда эти люди становятся у власти, то тогда очень опасно в плане военных действий, в плане созидания царства, потому что его уже не будет, а будет разорение. Ну и то, чего, в общем-то, с народом израильским и происходило. Что касается 12 стиха. «Притеснители народа моего, дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Я думаю, что яркий пример тому, если говорить о женщинах, это Изавель. Яркий пример тому, когда она вводит в заблуждение и является притеснителем народа Божьего. Ахав сам по себе был намного мягче человек, чем его жена. Но потому, что она могла влиять на него, и вроде как у власти-то стоял все-таки Ахав, но правила Изавель. И потому то, что она делала, это принесло притеснение, потому что, посмотрите, Илия думал, что уже всех пророков убили. Господь сказал, что нет, еще есть 7 тысяч, которые не преклонили колено. Господь ему сказал, Илия не знал об этом. Либо тот человек, который хранил там 400, помнили, 150 там пророков, тоже в одни Ахава, один из людей, который служил там. То есть это, безусловно, трудное время для народа Божьего. И вовсе не сама, так скажем, женщина тут имеется в виду, но я хочу сказать вообще немного о женской природе. По всей видимости, если рассматривать человека, написано, и сотворил Господь человека, Адама, да? И когда сотворил уже Еву, и опять сотворил человека по образу своему. То есть Адам и Ева, взятая от Адама, это часть от человека. И по сути дела полноту человеческой природы составляют два. Как Ева, взятая от Адама, так и Адам, который остался частично без своей части. И когда это все дополняет друг друга, это нормальное явление. И вы помните, когда Господь сказал, что положу вражду между тобой и женой? Между тобой и женой. Я говорю, нет такого вообще явления, против которого бы столько восставал дьявол, это женщина. Вот на протяжении всех веков против жены идет война. Казалось бы, зачем, за что? Но Господь положил это от начала и сказал, что так будет, но поражение в голову произойдет. Значит, изменение произойдет. И вот что за изменение, о котором я сейчас хочу и сказать, это момент определенной тонкости натуры женской, которую мужчины лишены из-за того, что взято это от них просто. Взято в лице ребра, или там части, так скажем, части, которая стала женщиной. И вот эта чуткость, эта способность предусмотрительности, и в то же время, если эта часть взята дьяволом в удел, она становится коварной. Женщина становится коварной. То есть я имею в виду вот тогда, вот этот вариант, который я вижу вот в этом 12 стихе. Когда это же самое соединение, но в коварстве с дьяволом, делает много разорения. Как это может много сделать созидание? В сочетании правильном в Боге, так может много сделать разорение.
И, безусловно, когда мы видим разорение и такое активное, то зачем вообще, о, Господи, сохрани? Даже близко не хочу к этому подойти. Зачем мне это надо? И как Павел говорил, когда в отношении... Нет, Христу сказали, что если такая ответственность, то зачем нам и жениться? То есть это сразу как бы к крайности приводит человека. Зачем? То есть если мы имеем правильное руководство от Бога в этих вопросах, то все приведет в гармонию во славу Божью и поражение в голову дьявола. Стало быть, в голову поразить без сочетания мужчины и женщины не получается. В голову дьявола поразить. Я думаю, что это то, к чему все-таки церковь придет. Каждый должен свою меру давать прирост. И сегодня, если большинство сестер в церкви, это вовсе не значит, что все должны быть на кафедре. Нет, друзья, я вообще отнюдь так не говорю. Это, наоборот, может быть крайне редкая вещь, явление. Но каждый должен заняться своим делом. И если сегодня вообще восприятие того, что на кафедре должен стоять там любой брат, это тоже неверно. Это неверно. Работает Божий дар. И кому он дан, он должен работать перед народом Божьим. А если это просто очередность, это неверно. Потому что получается, что Божьему дару не работать приходится, а разгребать потом, когда он на кафедре оказывается. И времени на то, чтобы отдать Божье, нету. И получается вот это вот междоусобица и война не на то, чтобы возвращать украденное, а на то, чтобы потом вот это вот разбирать в церкви меж вот эти вот ситуации конфликтные, которые возникают межконфессионально, либо внутри самой церкви. И все силы, средства подаются совершенно не на то, не на созидание церкви, а на то, чтобы хоть как-то ее не разорили вообще до конца. Но это мое видение данного места. Поэтому я полагаю, что это может быть опасным весьма, когда Господь отступает. Такое сочетание. Дети, юноши, женщины – это все, что природа чуткая, очень может быть быстро зараженной. Но в то же время, если она в Божьем присутствии, это же природа. И детей, как вы знаете, Господь не просто сказал, что если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. То есть момент детской природы, он тоже используется Господом. Я уже, по-моему, приводила вам этот пример, когда мальчик по просьбе матери молился за пищу, и, молясь, сказал: «Господи, я благодарю тебя за этот прекрасный день». А мать говорит: «Погода-то какая плохая, посмотри за окном, что делается». Говорит: «Мама, никогда не оценивай день по погоде». Потому как действительно мы можем по каким-то внешним параметрам оценить Божье даяние для нас. Нам дан день. И мальчик уже нечто увидел в этом дне. Господь уже ему дал какие-то благословения. И он оценил Бога в этом дне. А мы можем смотреть, продолжать на параметры тех обстоятельств и говорить: Как сегодня пасмурно, как сегодня тяжело дышать, давление упало. Ну, переходим к Иакову. 4 глава, 7 стих. Можно взять чуть выше. 6. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Момент знание опасен, как момент надменности. И вы помните, что если дерево познания добра и зла, мы уже тоже с вами на одной из тем рассуждали о дереве познания добра и зла. Почему же вообще это дерево опасно? Хотя, если бы оно было деревом познания зла, понятно, но почему добра и зла? И все равно одно дерево. И почему оно опасно? Именно потому, что добро, оно имеет несколько сторон, либо понимание человеческое о добре может быть разным. И вот это вот добро, которое приводит к человека в самонадеянность. «Господи, ну я уже столько сделал, уж, ну как ты меня не пустишь в свое присутствие? Ну ты ж посмотри на мои заслуги-то, регалии и прочее». Как это делал фарисей, помните, да? «Я и то сделал». Что он сказал неправду? Он все делал, что сказал? Но это вот те добрые дела, которые помешали ему подпасть под большое благословение по милости Божьей. И вот это вот то дерево познания добра и зла, когда мы начинаем познавать добро и тем самым утешать себя, через что растет наша гордость.
И вот эта гордость нас приводит к удалению от Бога. И поэтому любое знание, знание о добре, знание, как его делать, вообще знание о Боге, если мы исходим из человеческих, так скажем, параметров, из определенной напряженности мысли, то мы можем оказываться на положении гордых людей, которым начинает противиться Господь.